Всем большой привет! Сейчас хотел вам показать, рассказать еще об одном устройстве, облегчающем сбор вишни. Это так называемый ягодопровод, гибкий, гофрированный, который кончается емкостью. Для того, чтобы она была удобна к руке, одевается резинка. Он состоит из сантехнической гофры и переходник на 50, чтобы она находилась под рукой все время. Надевается резинка, а сама емкость под ягоду должна быть у пояса. То есть эта гофра идет вдоль руки. Она существенно облегчает сбор ягоды. То есть вы не смотрите, куда она у вас упадет, в корзину или еще куда-то. Это к поясу. Как делается собирание ягоды? Можно использовать лестницу, можно использовать, если доступно, значит, просто руки. Вот срывается ягода, поспевшая, вот она. И она вот сюда вот загружается по ягодопроводу. То есть вы дотягиваетесь до ягоды, ее срываете, и потом просто складываете вот в эту вот гофру. И она у вас скатывается до бутылки. Эта штука сильно увеличивает скорость сбора. То есть вы доступную ягоду срываете, и чтобы ее потом куда-то просто складываете вот в это вот, в эту самую воронку. И она у вас, прокатываясь, попадает в емкость для ягоды. А эта емкость должна висеть у вас где-то за спиной. Это устройство с гофрой, с гибкой. Гофра — это сантехническая, с умывальника. Существенно увеличивает скорость сбора. И вы уже можете дотягиваться, куда вам удобно, и собирать ягоду в нее. То есть срываете, и потом ее просто всю складываете в гофру, которая, ягодопровод это, проводится до емкости. Подписывайтесь на канал. Удачного вам сбора урожая вишни. Она сейчас уже поспела.